По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело. Напомним, что трагедия произошла 14 августа 2014 года. Жительница Кировского района обеспокоилась состоянием здоровья своей двухнедельной дочери. Последняя стала плохо дышать, и женщина вызвала скорую помощь. Бригада врачей приехала лишь спустя 45 минут и констатировала смерть ребенка. По словам представителей Следственного комитета, сейчас в станции скорой помощи проводится проверка, а также назначен ряд экспертиз на установление истинных причин произошедшего. Назначена также судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление конкретной причины смерти. Естественно, проводится комплекс следственных действий. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. После вызова скорой помощи молодая мама звонила медикам еще дважды. По словам свидетелей августовской трагедии в Кировском районе, примерно в 8 часов утра женщина с младенцем вышла на улицу и ждала приезда медиков, периодически похлопывая дочку по щекам, чтобы та не потеряла сознание. Одна из соседок пострадавшей говорит, версия врачей о смерти малыша до их приезда неверна. Мужчина это видел, он, кряхтит, там бежит бешеная мать с глазами полными слез. А они утверждают, да, что они приехали, а он уже был мертвым. Даже по времени не получается, за час, строго час, потому что мне надо было появиться в одном месте в 8, полчаса туда, полчаса обратно. Ровно в 8:30 я уже видела скорую с мертвым ребенком и с двумя врачами, которые даже не вышли.